через 3 года ты получаешь столько-то денег, перевести ваш проект на финансовый язык. Угу. Перевести проект на финансовый язык, да, на котором четко язык. Ясно будет понятно. Да, сегодня я уже потом как профессионал говорю, обратить внимание на РРР и NPV. То есть это те вещи, которые, на которые инвестор смотрит в первую очередь. Окей, понятная идея, ясна. Еще? Ну, еще одна идея. Все инвесторы, они такие же люди, как и мы. Они всякие тоже безделушки любят. У каждого есть свои мечты. И это, как правило, их немного, этих людей, посмотреть истории, чем они увлекаются, и делать эксклюзивные подарки с использованием этой технологии. Окей, подарки с использованием технологии, спасибо. Кирилл? Фактически чуть-чуть снижу предыдущее предложение. Вот эти идеи, которые можно реализовать на основе этого проекта, визуализировать и предложить в виде картинки. Картины? Ну, картинки, фотографии, коллажи, то есть вот те идеи, которые можно реализовать с помощью этого стартапа. Этой технологии? Нарисовать. Нарисовать, окей, картинки. Понятно. Лучше всего 3D тогда картинки, которые и можно 3D, повернуть. 3D картинки, это следующая идея. Окей, еще идеи? Давай сужаем так, то есть есть разные типы инвесторов. Инвесторов опять делим. Есть инвесторы, которые вкладывают деньги и видят, где они будут их получать. Сейчас, очевидно, то есть, скажем так, понятные строительные решения, например. Построили здание, понятно, на чем будут зарабатывать. А есть инвесторы, которые чувствуют, что, возможно, тут очень много рисков. Вот, то есть, но я верю, что это сработает. То есть, скажем так, вот я пока считаю, что проект основан на последнюю стадию, на людей, которые рискуют своими деньгами. Я еще придумал одну идею. Да. Ага, давай. Идея как бы некого такого дома в такой стране, допустим, как, ну, не холодные страны, где лето всегда, допустим. Ну там не надо батареи, там не надо электричество тратить. Можно спокойно ставить эту батарею, как вы говорили, даже посвящена вот этим, что ночью светится. Она же накапливает тепло за день в стенах. Ага. Спокойно ночь продержится, допустим, чтобы люди жили спокойно. Ну, то есть, понятно, какая идея, да? То есть, стены, вот эти будут батареи, короче. То есть, эти говоря, стены, они же батареи. Да, хорошо. Если так вот, чтобы... Понятно. Стены батареи. Записывай. Ну, то есть, как вариант. Тогда вдогонку можно воду нагревать. Ну что ж, 20 минут завершились. Да. Уважаемый капитан, что было для тебя ценным? Что было ценно? Прежде всего, главная ценность, ну, начинается с того, что просто формулируется вопрос. Сам для себя и для других по проекту. То есть в данном случае он звучал, что сделать дополнительно можно, чтобы инвесторам понравился такой мультистартап. Я его зафиксировал, и теперь как бы я на него сам буду отвечать дополнительно, уже по домашнему заданию. Вот. Мне понравилось очень классное предложение, это говорить честно. То есть, потому что на самом деле, вот это может быть одна из моральных вещей, которая внутренне меня грызла некоторое время. То есть, потому что я знаю, что я, если у меня провалится здесь, я могу выйти вот здесь. А инвестор об этом не знает. Окей, что ты, по-моему, еще? Цепануло, что еще. В принципе, интересный формат сделать социальный стартап типа кафе по технологии там, планерного концентратора. То есть, и организовать место встречи. То есть, это, ну, некая другая социальная функция, которая просто является инфраструктурной. Можно в аренду сдавать. Да. Частью. Экологичное кафе. Да. То есть и тут как бы, ну, работа дизайнером, строителем на удовольствие. И очевидно, что надо, конечно, делать визуализацию 3D-картинки. Сайт не мешал бы тоже сделать. Да, все это надо оформлять. Вот. Ну что ж, спасибо. Давайте поддержим и поблагодарим. А мы переходим к капитану номер 2.